Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, продолжаем проходить Dragon Age Inquisition. И я вот закончил прошлую серию на этой горе, теперь я с ней немножко спустился, потому что убил здесь парочку врагов. Так, ответил на что? А тут у нас просто спуск вниз, да? Не знаю, либо мне наверх идти вот к этому заданию, чтобы тут карту как-то открыть, либо спускаться вниз. Наверное, спущусь вниз, дойду до лагеря. И потом перемещусь в лагерь обыкновенно, потому что у нас основное это задание, за которым мы сюда пришли, вот здесь находится. Рекрута мы себе нашли нового. Напарника Кунари. Вот, а другое задание у нас, которое более-менее основное. Так, там за кучу всего. О, медведь ходит. И тут какие-то враги, но, видимо, здесь пещер, что ли. Потому что точки прям под нами, но никого не видно. Так, куда я вообще иду? Угу. Намечено место встречи. Да, наши солдаты ушли и пропали. Мы должны их найти. Но сначала я этот мир поисследую, пожалуй. Так, а нет, сюда не надо, я тут был. Тогда пойду в другую сторону. Записываю сегодня познаватенько, потому что ну просто игра реально не отпускает. Хочется дальше и дальше играть. А без записи не играю, поэтому записываю вместе с вами. Прохожу. Ну реально очень-очень прям в меня игра. РПГ, как я люблю, еще и Dragon Age. Просто. 100% попадание. Летниками. Мне кажется, кстати, у нас реально прохода-то нет. Типа это вообще тупик карты и вот как-то так. В эту сторону, если я только спущусь и пойду налево, наверное. Как-то так. Да, давайте спустимся, пойдем налево, потому что я реально тут не вижу никаких проходов больше. Там как бы все закрыто и в ту сторону никак не попасть, это край. А мы не скалолазы. Я очень близок к 10 уровню. В принципе, мои напарники тоже. Так, Изабелла. Давно я тобой не пользовался. Давай-ка. Я понимаю, спуск опасный, но... Я в тебе верю. Ох уж это роща. Так, длинная река. Там я, по-моему, был, а с левой стороны? С левой стороны небо. Давайте посмотрим, что там. Тут два медведя. Стоп. Три медведя. Так, на меня пытаются напасть. Мы гораздо лучше с медведями разбираемся, чем раньше это было. Приятно. Все-таки остановились его убить, типа, но он же спит, не надо. Хорошо. И это что такое? Бегемот? Фукач? Ой, я его очень быстро убил. Нажми.
Стой, Мишка! Мишка, стой! Остановите его! Медведь, блин! О, это почти успел, но нет. Пусть еще делает медведь. Да нет, пофиг, пусть уходит. Или что, он идет сюда? Да. Это мы его спровоцировали, он все равно поперся еле-еле. Ты очень плохой, Мишка, блин. Без тебя столько назад пробежал. The Tamastrans terrifying and inspiring. They teach you everything you need to know, give your life purpose. No, I mean, are they like you? Big and oh, shit, yeah. Wow. Прикольно. Она задает вопрос, который я бы хотел задать, но типа... Я слишком культурен, наверное, чтобы у Кунари такое спросить. А, она берет, спрашивает. Нормально. Так, там, кстати, разлом, мы к нему идем. Но по пути можем найти что-нибудь интересненькое. Так, там Мабари. Что они там делают? Эльфийских корней мало. Вот в чем дело. Я, может быть, после этой серии за кадром их пособираю. О, там какая-то пещера. Еще один медведь. Давай на этот раз без этих путешествий. Плохой Мишка. Пауки, да? Вот одна пещера. Так, теперь у меня максимум паучьих внутренностей. Хорошо. Даже больше, чем надо у меня, я бы сказал. Так, смотрелись, тут больше ничего нет, идем дальше. А вон и сам разлом, да? Я, пожалуй, сохранюсь, потому что я, опять же, не знаю, какого уровня там враги будут. Ну-ка. 12-го привидения. Ну, не знаю, вроде не такие сильные выглядят. Ну, выглядят не такими сильными. Как минимум с призраками я справляюсь довольно неплохо. Этого самого главного засранца, демон отчаяния. Сюда. Ага.
как до него допрыгнуть могу, блин. Проиграет. Короче, мы убили. Надо было сложно. Все, закрывай. Отлично. Еще один разлом закрыл. Новый уровень. Кто его получил? Я его получил. Кто красавчик? Я красавчик. Шляпа ферлденского разведчика. Ну-ка. Плюс здесь ловкости, то, что мне нужно. Кстати говоря. Так, помню, я там еще какой-то аксессуар находил. Кольцо ледяной хватки. Только маг. Ну, у нас есть Солос. И у него вообще ни одного кольца не было. Плюс дополнительное зелье. А, это поезд для зелий. Только воин. Короче, ну, кольцо теперь у меня есть прикольное. Что это за место такое, в котором я могу поставить? Лириумный каскад сквозь туман синий. Синей воды засветилось ярче, чем море снаружи. Я знала, что они скоро придут. Знаменита Молли Геслан, века дракона, печатан целовик Кимона, башня Крыта на озере Калинхар. После усмирения Геслан будет 5 века. Красиво. Правда. Тут спрятано 3 осколка. Круто. Окей. Закрыли разлом, нашли осколки. Пока еще не взяли, но нашли. Черный лотос, например. Так, надеюсь, вы не испугались, это был лот мастер был. Кнопочка инвентаря починилась. Так. Смотрим, 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 что тут могу сделать. Пятерку я особо не использую. Может, я там могу что-нибудь. Это тоже не особо. Вот здесь, может, что-то. Ага, акустические удары против паникующих. 400 урона оружием. Я бы это на цифру, знаете, на цифру 5 бы, наверное, как раз перевел. Тройка неплох, 4-1 мне нравится, вот на пятерке пусть это будет. Подожди. Оскол. Пророческий лавр. Что это вообще такое? Открыта запись. Хорошо. Так, ну все, можно выходить из пещеры. И потом мы идем прямо, пожалуй, наверное, налево, посмотрим, что там. Хотя, по-моему, там тупик. И мы все-таки пойдем по тому пути, куда я собирался. Уйдешь от меня. Уйдешь.
пауки. Вот это удар. Буквально атака. Да, слева тут все перекрыто. Так, там мы шли по одной стороне, теперь пойдем по другой. Максимально захватить всю локацию. Так, это куда ведет? А, ну в принципе да, почти куда надо. Нам еще правее надо. Западный хребет. Пока дорога идет, я буду по ней идти. Чаще уже прям такая. Так, чей-то лагерь. Круто. Я бы в таком лагере бы реально отдохнул. Дневник со штормового берега. Отрывок из дневника, найденного в лагере на штормовом берегу. Ох, и зол он был. До сих пор видны шрамы, но клинкам до нашего прошлого дела нет. Как Трефер служил своему господину, как Гессериан слышал создателя, так сам заблудшие могут отыскать свой путь. О нас позаботиться, и нам следует только верить, так говорит Ивар. Клинки. Вы что тут делаете, а? Никой. Да, его немножко заносит иногда. Сильно мимо убегает. Но ничего, зато полезный воин. И, надеюсь, в будущем хороший напарник и друг. Почти пришли уже туда, куда хотели дойти. Вот что мне нравится, персонажи в Dragon Age, они всегда хорошо прописаны. У них всегда есть какие-то истории. Это не просто вот так вот, что взялся персонаж, ты просто смирись с тем, что он есть, и все. Тут у всех есть свой характер, у каждого есть своя история, как я уже говорил. Ты понимаешь, что до встречи с главным героем они реально жили, что-то делали. И теперь обстоятельства сложились так, что они помогают мне. Так, стражи побережья, да, туда идем. Вон наверху где-то. Это домик, разбитая телега. И зверюшка здесь застряла. Бутылка, наверное, да? Серый виски. Ну, прочитайте, думаю, про него. Малахит. Значок стражи командора. Так, я два из двух нашел, наверное, да? Инквизиции. Там враги ходят, ну наш. Еще что-то? А,
Дневник Серого Стража. Все еще никаких следов, хотя чувство порождения тьмы внизу под землей. Может быть, он прячется рядом с ним или даже готовится с честью умереть. Сомневаюсь, но это единственная догадка, которая у нас пока есть. Признаю, иногда затея это кажется мне бесполезно, учитывая, как высоки ставки. Мы увидели, как на рыбаков напали разбойники и вмешались. Рыбаки поблагодарили нас, но теперь я беспокоюсь, что разбойники вернутся позже с подкреплением, а мы не всегда будем здесь готовы помочь, но все же пока мы тут, рыбаки в безопасности. Сны продолжают являться, как и раньше, каждую ночь. Они мешают нам спать, но мы должны терпеть. Надеюсь, остальные придумают какое-то решение к нашему возвращению. Пока я пою себе песню Андруил, чтобы хоть немного очистить разум. Да. Так, ну идем дальше. Ну-ка, интересно, какая сейчас будет атака по силе? 68. Хотя вот атака, которая на 400 урона. И я из тени сделал. Кто это лежит в костюме? На самом деле это странно. Так, эльфийский корень. Дневник Серого Стража. Мы обыскали всю округу, но не нашли и следа. Если он и был тут, то давно. Рыбаки здесь приветливы. В отличие от многих, они помнят, как серые стражи сражались, спасая Фералдона от последнего мора. Хотя у них самих не так много еды, они поделились своим уловом, и ужин у нас был гораздо лучше, чем много недель подряд. Они даже спокойно относились к тому, что я командую другими стражами. Это редкость. Даже Фералдоне мало кому по душе, что эльф приказывает людям. Они славный народ. Надеюсь, после всех страданий последних лет в этом краю наконец-то наступит мир. Да, хотелось бы, конечно, здесь со стражем пройти, ну ладно. Что это такое за страж, эльф? Не помню такого. Это ведь не дракон? Так, вижу лагерь, наверное, лучше слева пройти. Серый страж, кто вы были? Какого стража вы искали? А, там медведь, понятно, почему все сполошились. Интересно, интересно. Наверное, нам не расскажут, но если расскажут, будет реально классно. Рудниковый берег. Опять какие-то враги ходят. Шастые тут всякие. So, set up camp or keep moving? Да. Ставим лагерь. Так, по-моему, сюда? Нет. Да, противоядие могу сделать. Один к силе. Плюс один к силе кому? Например, смотрим меня.
Нет, вот так смотрим. Стоп, я сохранюсь. Перед тем, как использовать свои зелья. Если это толком ничего не дает, то я даже и не буду пробовать. Итак, атрибуты сила 10. Да? Еще, кстати, скажите мне, где мне... Ну, напишите ВКонтакте, пожалуйста, где мне показывают репутацию с моими однополчанами. Потому что я не знаю, постоянно пишут, что улучшилось или ухудшилось их настроение, ну, отношение ко мне, но где это посмотреть. Раньше-то было все проще. Так, сила 10 атрибут, да? Плюс 1 силу нам прибавляют. Берем противоядие, создаем. Плюс 1 к силе набрали. Запомнили, да? Берем. Атрибуты. Сила 10. Какой силе плюс 1? В принципе, опыт дали. Ну, она то же самое, наверное, даст, да? Сейчас. Короче, все, больше не буду тратить эльфийский корень на эти задания. Буду себе на лечилке собирать. Неплохо. Опять мертвые люди. Кого они убивали? Что это за костюмы такие? Вот такой брони вообще ни у кого не знаю. Мужские чемпионы были. Так, еще один осколок там, да? О, лесопилочка. Отлично. Так, это последний, да, это здесь или как? Нет, еще три где-то. Там лодки, вход куда-то. А это враги, да? Походу, кстати, нет. Что странно, я удивлен. В любом случае я туда пойду, так что давайте сначала вот это место исследуем. Возможно, это проход туда, куда-то наверх, к дракону. О, наши ребята с добычей. Круто. Как далеко забрались, а? Понятно. Для мага, кстати, доспех. Вполне возможно, что он подойдет. Подожди. Маг только обучение... А, только маг-человек может носить. Понял. И туда еще можно подняться, офигеть. А тут-то, походу, закрыто, да? Да. Ну, я думаю, что когда-нибудь это откроется, как называется. Как называется локация сама по себе? Так, я заскриншочу, чтобы не забыть. Нет названия, что ли? Пишет просто Плавниковый берег. Окей. Так, а там что? Что где-то здесь должен быть путь к дракону. А, это тень дерева, хорошо. Тут завален тейк.
Ну да, туда никак не пройти. Так, хорошо, тогда пойдемте к тем парням, которые вроде как даже не врагами были. Хотя, может быть, слишком далеко я уходил. Сейчас увидим, короче. Хочется реально что-нибудь о Стэне услышать. Очень мне импонировал этот персонаж. Немногословный, суровый, но... добрый, верный. Ну, правда, у него был один момент, когда он из-за меча своего перебил несколько людей. Но он об этом потом очень сильно жалел. Да вы просто идеальная компания. А где тут человек, который там стоял? What's that mean? I could be a Viddy, Vivi, one of those things. Bloody good one too. Ты не хочешь меня брать? Так, типа, ты не нужна. А я могла бы такого-то вообще доделал. Обожаю эти персонажи уже. Тут стоял кто-то, я не понял, кто это, отошел, подхожу сюда, уже никого нет. Мистер Фримен? Какой мистер Фримен, говорит, Джимен. Господи. Ну, типа уже, да. Я уже залипаю. В общем, максимально так. А это разве будет такая пещера? Она мне никак не отображена. А, это не пещера. А выглядела как пещера. Ну все, я тут все излазил, что можно было. В принципе, можно потом еще осколки собрать, но я, как уже говорил, потом это сделаю. Так, отправляем сюда и пойдем на основное задание. Текс, хорошо. Так, основное задание здесь. Идти вот туда. А, понял, где назад пришел. Стой. А как тут слева-то обойти? О, враги. Ребята, привет. Что делаете? Ну даже этот прыжок больше сносит. Даже когда он меня заметил. Не знаю, как-то это странно все работает, но типа, пока меня не видит, вроде как неплохо даже. И реально там чуваку 555 дамага снес, и это именно вот с этой атаки. Так, мне интересно, что там с нашими людьми. Теперь, когда вся территория, по сути, смотрена, осталось только осколки дособирать, можно идти на основной квест. Мы поднимемся вообще, нет? Надеюсь, что да. Не дерись. Я хотел камерой смотреться. Так, ну что-то походу придется идти нормальным путем. Железо прям под ногами, круто. Берегитесь камнепадов. Хорошо. Там, кстати, может быть не просто камнепад, а именно ловушка. Кто-нибудь может камень скатить на нас.
Большая бухта. Так, сохранимся, много чего сделал. Плохие парни. Это была плохая идея, парень. Так, хорошо, разбойников мы разбили, что дальше? Где наши? Они купили. Смотри на карту. Записки разбойников. Записки найдены рядом с убитыми солдатами инквизиции. Спорить не наше дело, они пытаются устроиться выше по побережью, у нас есть приказы, мы оружие, но не рука, которая выдержит, этому вы меня научили. Если они того стоят, пусть сами приходят с гербом милосердия, клинки Гессариана их выслушают, вы только добьетесь изгнания или чего похуже. Давай меч больше, чем его. Я в этом верю, наверное. Так, стоп, тяжелый доспех. Скажите, что он для Кунари. Воин обучение у людей, понятно. Я представляю разработчиков, которые такие: мы знаем, ты залезешь на крышу только чтобы его собрать. А недалековато. Давайте тогда все-таки на эту серию закончим. Увидимся уже в следующей, пойдем туда дальше, я пойду спать. Вам советую, не знаю, тоже отдохнуть маленько от просмотра, на улицу сходить, погулять маленько, в общем. Зима, снежок, все хорошо. С вами был Джек Шепард. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить палец вверх и счастливо.